Не знаешь Кибарову, раз, ты, дорогой мой друг, решил сморозить такую ерунду, что я был в договоренностях с ведущими, чтобы выиграть Человека года, говорю про тебя правду. Знаю, что у тебя за периметром есть покровитель, который дает тебе лавандосик, на который ты и купил себе собственный шестой. А вот за что он тебе их дает, вопрос. Кибаров, значит, походу заплатил кучу денег, чтобы удалили у меня сторис, поэтому говорю еще раз правду. У Ебарова, значит, за проектом есть мужик, который жук-жук-жук-жук, чуть-чуть дает ему деньжат, на котором, собственно, и купил себе их шестой. А вот за что тот ему дает денежки? Вопрос.